Всем привет! У меня сегодня новый влог. Кто бы сомневался. Привет! Привет! В общем, я хочу продолжить сегодня наш свадебный и новогодний шопинг. Мы уже ездили, купили мне платье, это есть в прошлом влоге. А также мы ездили, купили Дане костюм, но я почему-то забыла это снять. Вот, но он очень красивый. Так что у нас сейчас дома висит свадебный мой костюм и Данин костюм. Вот, а еще мы ездили, делали новогодние покупочки в этаже, и сейчас мы продолжим это. Сегодня мы съездим, сейчас посмотрим нам обручальные кольца, потом мы съездим, наверное, в этажи, посмотрим новогодние подарки, а потом мы поедем в галерею, продолжим смотреть новогодние подарки, а потом мы поедем в Анатомис ПБ, это медицинская клиника, где я делаю лазерную эпиляцию, нужно забрать выписку для налоговой. Вот такие у нас сегодня планы, будьте с нами. Настя, я писала так, что у нас висит свадебный костюм и мой костюм вместе. Свадебное платье. Свадебное платье, но они висят в чехлах, я не видел костюма Насти на свадебного. Платье, то есть. Короче, да, я Дане не показывала свадебного платья, но костюм Дани мы выбирали вместе. Тебе нравится твой костюм? Да, он такого вот оттенка, он обалденный. Да, в одном и том же месте мы купили все. Замечательный аутлет Новиков. Вот такая компания. Нови энд Новиков. Смотрите, какая сегодня погода. Вот такая. У нас, кстати, есть новости. Короче, у нас есть новости. Мы же в Питере были до момента, пока родит сестра. Ну, будет ее выписка, чтобы приехали родители, и мы вместе на двух машинах уехали. И я очень хочу посмотреть ребенка. Вот, она родила 16 декабря, 16-19, кажется, замечательного мальчика Рому, который теперь живет вместе с нами на этой планете. Это очень круто. Я просто... Она уже отправила нам фотографию. Я креплю справа. Нет. За смайликом закрытым, знаешь, лицо. Вот, короче, мы безумно счастливы этому, и это очень круто. Единственное, что выписка обычно через 3 дня, поэтому есть проблема, что выпала на выходные, поэтому, скорее всего, ее выпишут через 5 дней в понедельник. Скорее всего, потому что на выходных вроде бы не выписывают. Вот, сегодня пятница, завтра суббота приедут родители, и либо в воскресенье, либо в понедельник ее выпишут. И во вторник мы, наверное, уже поедем. Нам еще нужно сдать квартиру арендодателю. Я терпеть не могу все эти вот с арендодателями штуки. Он просто придет, посмотрит, скажет, какие мы молодцы. Ну да. Надеюсь, нам вернут залог. Мы уже хотим домой, мы безумно скучаем по пульке. Я не могу. Изобрази грусть и скучание по пульке. Поехали. Короче. Ой, вообще. Короче, мы в Санлайте. И мы выбрали себе кольца. Вот они. Вторые снизу. А, как сверкает. Короче, это белое золото. Мы сначала хотели обычные золотые, но я что-то, блин, мне настолько больше нравится белое золото, с учетом, что я вообще все ношу серебристого цвета. А сначала мы уже выбрали кольца, но они были золотые. И Настя ночью передумала. Да. Ну просто насколько они красивее. А проба та же 585-я. Короче, мое кольцо... И здесь, в Санлайте, оказывается, практически самые дешевые цены. Он, кстати, еще не закрылся. Кстати, да. А, и... То есть здесь, в 585-м, мое кольцо стоило сколько? Чуть около 10... 7 у Дани, 13. Это по скидкам? Yeah. А тут без скидок мое кольцо, блин, практически... Ну ладно, тоже со скидками. Короче, практически 6, а Данина 9. То есть это 1000 на 3 дешевле. Вообще супер. Но есть проблема, что Даниного кольца сейчас нет. Мое в наличии есть, а Данина нужно заказать. Поэтому мы сейчас, короче, заказали Данино кольцо. Надеюсь, это не попрепятствует нашему раннему уезду из Питера. И оно придет раньше, чем мы планируем уехать. Сейчас я пойду покупать. Да, сейчас мы поедем в торговый центр соседний, где будет Данино кольцо. Нам дали такое, это королевский купон. Девушка просто супер доброжелательная, просто прелесть вообще.
Там написано, что она профессиональный консультант 99-го уровня. Эксперт. Экспертный. Я обожаю таких людей. Она сказала, что очень любит продавать обручальные кольца. Так приятно. Я не знаю, так приятно работать вот с хорошими людьми. Неимоверно просто. Так что он так вот. Как бы хорошо, что он не закрылся. Забежали в Uniqlo. И здесь мои любимые кофточки. У меня вот такая кофточка синенькая. По скидке за 1500 вместо двух. Вот это моя. Это вылилось вот в это. Да, это вылилось вот в это. Я взяла вот такую и розовенькую. Потому что я уже проходила в ней долго, и уж больно она крутая. Еще я бы, конечно, взяла вот такую. Она уже 3000 стоит, плюс она длинная. В общем, в другой раз. Даня торопится на пару, потому что у него, как обычно, сел телефон. Да я уже опоздала на пару. Чего ты не можешь просто заряжать его? Потому что мой аккумулятор износился, как трусы твои. Та-дам! Блин, столько всего, я тоже все хочу купить. Невероятно. У нас еще подарочки закуплены друзьям и друг другу. Не знаю, столько денег уже потратила. Больше, чем в каком-либо году, мне кажется. Мы еще и завтракаем в этом, в Subway каждый день. Вот Данина колечко. 18,5. Можно. Нельзя. Да, Даня, нельзя снимать кольцо нельзя. На лицо. Это не платье. Мы впервые наденем на свадьбу, то на руку. Какой-то красивый. Покажи. Оно больше, чем твое. Так, рассказываем. У Дани 18,5 размер, 4 миллиметра. У меня 3,5 миллиметров. Размер у меня 16,5. Или 17? 17. 17? Короче, я не помню. Кажется. 16,5, кажется. Ну, посмотрим, короче, дома. А, нет, у тебя 17,5, у меня 18,5. Нет, у тебя 18,5, у меня 17. Все четко. У Дани 18,5 4 миллиметра. У меня это. Все понятно, я пошел. У меня 3,5 миллиметра. Размер 17. Господи, почему это так сложно? Все, мы уезжаем отсюда. Куда дальше? Уже, блин, темнеет. Куда дальше? Так, дальше мы на едем. На твои пары. А, в этажи. Да, мы едем в этажи за носочками. Я куплю себе там много носков. Но сперва мы покушаем в теремке. Да. Блин, надо на пары зайти. На самой ненавистной нами Ладожской. Отсюда мы каждый раз ездили сдавать в ГАИ права. Сдавать на права. Это было отвратительно. Это было очень много раз. Это было очень много раз. Это было на маршрутке. В такую же погоду. Ну ладно, это было весной, летом и осенью. Зимой это не было. Все равно мы ненавидим Ладожскую всем сердцем. Чуть-чуть приятно, что это на поезд садится и ехать через повес. Да, немножко. Да. Мы здесь еще на поезд садились. Чтобы в Череповец ездить. Ну, что-то приятное. Мы заехали в теремок. Даня взял сырники. Не знаю, как можно любить сырники. Я ненавижу сырники. Обожаю сырники. Сырный суп. Очень вкусный. Я взяла блинчик с картошкой, грибами. Грибной суп и чай. Все это я оплачиваю бонусами. Спасибо, уже 20 лет. Потому что они работают в теремке, и мы очень любим теремок. И будем очень скучать по нему, когда уедем в Череповец. Ну что, мы покушали, наелись, и сейчас едем в этажи покупать мне носки. В галерею потом, и в галерее я хочу найти себе тональник, который просто почти белый. Вот я не понимаю, все тональники оранжевые, вообще все. Даже самые светлые отдают ржаной. У меня была проблема, я купила, короче, в течение этого года себе месяца два назад тональник Dior, и он оказался просто рыжим. Вот я не проверила, купила на авось, блин, по скидке был, самый светлый, и он оказался рыжим. Это просто трагедия. Я хочу себе самый светлый тональник, который будет светлее, чем тот, который у меня сейчас. А ты расскажи, что ты потом купила разбавитель? Ну да, я купила разбавитель от NYX, белые капельки, которые смешиваются с тональником, и он становится нужного цвета. Но, блин, этот NYX-овский разбавитель, он мне не нравится по запаху и по текстуре, поэтому я как-то не хочу их часто пользоваться, вот, только иногда.
Поэтому я хочу на повседневке, чтобы не надо было ничего смешивать, запариваться. Просто себе тональник светлого цвета. Я не знаю, где такой взять. Я сейчас заходила в Литуаль, мне девушка показывала самые светлые тональники, и они все равно все рыжие. Я не знаю, в чем проблема. Почему нет белых тональников? Почему? У меня, может, и кажется, что у меня темная кожа, но она очень светлая. И то есть, и когда я мажу хоть что-нибудь темнее, все, она рыжей становится. У меня сейчас идеальный тональник Inglot, вот, но проблема его в том, что я уже немножко устала от него. Я им пользуюсь уже лет 5, наверное, реально, я им очень давно пользуюсь, он вот такой маленькой коробочке. Он у меня сейчас заканчивается, я просто хочу попробовать что-нибудь новое, как истинная дама, вот. И хочу что-нибудь еще посветлее, потому что он прям идеально под мою кожу подходит, а я хочу что-то еще посветлее, чтобы чуть-чуть даже высветляло. Ну, плюс он такой, естественно, он как BB-крем или как CC-крем, не знаю, как называется. Он, ну, то есть, как бы очень такой неплотный, прям прозрачный, я бы так сказала. Вот я хочу такой же, только светленький. Стоим, блин, в пробке. 8 минут пробка на 1 километр. Москвичи все такие, ха-ха-ха. 8 минут пробка. Короче, да, скоро приедем и купим носочки. Я купила все. Очень много носков. Потом покажу. И кое-что еще. Это компенсация? Потом покажу. Ну да, очень здорово. Короче, мы встали у этажей. Мужик отъехал, и идеальное место открылось для парковки. Даня договорил по телефону. Короче, я показала вам все, что купила, но еще покажу потом дома. Вот. И мы сейчас, у нас дилемма, нам ехать в галерею, либо дойти до нее пешком. Так-то далеко. Далеко. Так-то далеко, но тут завал, нас тут все заблокировали. Место-то хорошее, а там мы не найдем место. А мне нужно купить тональник. Сложно. Короче, ситуация такая. Я, как всегда, забыла все снять. Мы уже сходили в галерею. И я зашла в Литуаль. И мне показали самый светлый тональник у Нарс. И я влюбилась. Но, к сожалению, его не было в наличии. Поэтому мы сейчас едем на гостиный двор мне за этим тональником. Потому что анатомия по пути. Наша последняя точка. Вот так вот. Больше там ничего не делали. Просто зашли, я влюбилась в тональник и ушли. Вот так вот. Зашла показать вам супер красивый парк и супер красивого мальчика. Вот так вот. Смотрите, как красиво. Вообще. Тебе нравится? Это мне Даня показал. Здесь очень красивые кованые ворота. Давай сфоткаемся. Даня продолжил сфоткаться. День покупки колечек. Если кто-то не знал, как выглядят этажи, то они выглядят вот так. Вот такая арка. И там вот такие ряды всякой фигни. И наверх потом поднимаешься по узкой лестнице, идешь. И там очень много магазинов. Прям очень. Сейчас я еще, короче, ставлю вставочку сюда. Того, что я купила в этажах, когда мы в прошлый раз туда ездили, то есть дня два назад. Застрян, день был слишком натянут. Вот, смотрите. Сегодня мы с Даней ездили в этажи, и я сейчас хочу показать, что я купила. Вот такой набор. Я всего купила. Это все подарки. Здесь мне только вот такая крутая масочка с Пикачу. И вот куча носков. Наверное, все это я оставлю себе, потому что я не могла нигде найти носки, чтобы они были не мужские, а женские и прикольные. Вот, наконец-то я купила себе. Подарок мне дали вот такие прикольные наклеечки. Папе я купила зажигалку, потому что не смогла ничего придумать. А это новогодние подарочки. Это я купила себе глиттер, а мне нанесли его на руку, и уже все осыпалось. Потому что я не знаю, насколько это вообще действенная вещь. Подарки я купила вот такие вот шоколадки прикольные. Это вот все в этажах мы купили. Потом я купила 3 банки вот такого прикольного меда. Мне кажется, это реально прикольненько. Это вообще маленькое. Вот. Дальше я купила такие мармеладки какие-то веселенькие или конфетки, не знаю. Японские вроде. И 2 книги. Вот эту, наверное, подарю маме. Новогодние и зимние рассказы русских писателей.
Вот здесь прям таких русских писателей. В смысле, а, нет, наоборот. А, там была книга прям русских, типа Пушкин, там, Гоголь. А тут какие-то незнакомые мне фамилии. Ну, Чехов знакомый, там еще парочка. А вот эти как-то я не особо знаю. И, ну, Достоевского знаю, естественно. Вот, и подумала, что, может, она не знает. И неплохо было бы. Прикольно, короче, вот. А это... У меня была книга, называется «Атлас счастья». И мне она очень понравилась. А это вот в ее духе, но побольше текста. Так что... Короче, я рада, это вот это была спонтанная покупка, но я ей реально рада. Вот. А остальное я все планировала. Носки я планировала, но это я не планировала. Но это все равно круто. Даня купил тоже всякие конфетки. И еще Даня купил тоже носочки в подарки и бомбочки. Так вот. Смотрите, как красиво украшен Невский. Даня, можно, пожалуйста, сделать чистое стекло? Я шагаю по столу, ног не разрываю. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Красивый мужчина. Красивых трусах. Мы, короче, стоим на светофоре прямо у станции метро Невский проспект. У меня есть возможность красиво заснять, как выглядит Казанский, но я не умею, извините. Казанский тоже уже устал, знаешь ли, каждый день его снимают. Да. А ты устал? Я тебя тоже каждый день снимаю. А ты не устала? Скоро у тебя уши надену на тебя и будет тоже что снимать. Поехали! Нам направо. Сейчас я вам покажу. А, как называется эта штука? Ты помнишь? Да, Спас на крови. Там дальше. Ну, подгазуй чуть-чуть что-то. Да, конечно, нужно прописать что-то. Смотрите, девушка тоже снимает что-то. Казанский. А я снимаю ее. Такая тут пробочка. Это Зингер, кстати. Тетя крупный Зингер. Магазин. А вот там офис ВК, и там... Наверное, можно наблюдать много серверов. Но мы их видеть не можем, к сожалению. А вон Спас на крови. Там, в уголочке. Там не будут приставать машины в форме зебры, типа, чтобы мы сфоткались? Да, выглядит просто как пешеходная улица. На этой улице мы продавали фонарики небесные на втором курсе. И один пьяный чел их тут запустил, и они зацепились об балкон. Нам было очень страшно, я убежала. Такая мини-история. Да. Так, ну что, вот мы уже... В анатомии сходили туда, получили справочку. Покажи справочку. Вот такая бумаженция, которая говорит, что я потратила 40 тысяч рублей в анатомии. Это для налоговой. Сейчас мы идем в Литуаль. Я уже так устала за сегодняшний день. Вообще не могу ходить. У меня еще сапоги немножко на каблучке. Мне из-за этого тяжело немножко. Я не понимаю, где Литуаль. Ты понимаешь? Туда. Вот же не пройти этот торговый ряд, а нужно его обойти. А она там, думаешь? Она... Аня, ты бы хотела жить в таком замке? Вместе с Путиным? Нет, у него дача находится на Автово. Нет, я бы тут потерялся, а потом увидел портрет какой-то женщины и думал, что страшный был. Оказывается, что это конкурент чайный. Картошечка, сиропчика. Это торговые ряды, я максимально их не люблю. И они как-то не вызывают доверия, если честно. Боюсь я, короче, таких мест. Мне торговый центр больше по душе. Сходили мы в три Литуали. В одной вообще нет нарс, в других нету вообще тональника этого. Блин, потому что самые светлые разбирают моментально. Очень обидно. Я очень хочу в туалет, я очень устала, и я не умею ходить в обуви даже на малейшем каблуке, потому что у меня сразу затекают ноги. У меня просто сапоги с небольшим каблучком. Вообще ненавижу, блин, ходить. Даня говорит, мы с вами прошли 10 тысяч шагов. Почему сюда? Мы наконец-то уже отметились. Я ненавижу пары, когда какие-то есть дела. Потому что с этим дебильным телефоном говорящим везде ходишь, непонятно, когда тебя отметят, а просто ненавижу пары. Хорошо, хоть на них присутствовать не надо, но это просто жесть какая-то. Ненавижу.
Ну что, место встречи изменить нельзя, и мы снова идем в Охта-молл. Уже вечер. Мы возвращаемся. Это там, где в Сан-Вайте мы покупали кольца. Вон, Охта-молл. В этой ритуале нет Нарса. Чудесно. Чудесно. Где он тогда есть? Рулем уже не может больше. Да я домой хочу. Все, домой. Я хочу есть. Какой-то день сурка. Да стой, вон туалет, на этом этаже тоже есть. Я хочу еще в Макдональдс, я надеюсь, он тут есть. Мы зашли в H&M посмотреть Дане рубашечку белую. Сил, конечно, на исходе уже. Хотим есть. Может, сейчас в Синнабон зайдем. Я что-то думаю, даже, наверное, сладенького хочется, а не просто есть. Покупку тональника оставлю для лучших времен. То есть сегодня вечером закажу. Вот такая рубашечка, но она оказалась прозрачной, поэтому... Так, а может, все рубашки прозрачные, нет? Нет. Ой, я такой голенький. Вот именно, не подходит. Все, идем отсюда. Пойдем. Первый раз приехали на... Как это называется? Авто. Авто. Кикси авто. Вообще первый раз приехали на что-либо авто и, короче, кажется, потеряли. Ну, кажется, короче, мы немножко... Про, как сказать? Там нужно было, да, заказывать? Всё, там надо было заказывать, да. Ладно. Спасибо. Короче, мы проехали место. Ну, наверное, сейчас сделаем кружочек. О, Даня, вот оно. Короче, круг придется сейчас сделать, чтобы снова заказать. Там какой-то громкоговоритель непонятный. Автомойка нас сегодня преследует, так и хочет, чтобы мы машинку помыли. Это ёбаная очередь. Она у нас очень грязная. О, пылесос. Вот мы на таких моечках моем машинке. У нас всегда очень грязная машина. Страсть еще с Череповца, но мы, короче, не моем ее. Дубль 2. Делаем второй круг. А кто знал, да? Кто знал? Никто. Вот и все авто здесь. Заказываешь здесь. Байцы терияки? Две. Две порции. Что еще? Две порции байц терияки. Хорошо. А, сырный айтвистер. Сырный айтвистер. И картошку по-деревенски маленькую. Сейчас. Хорошо. Сырный айтвистер записали? Да. И картошку по-деревенски маленькую. Да не совсем свихнулся. Хорошо. С коробкой разговаривает. Картошки? Нет. Нет. Хорошо. Приезжайте, пожалуйста. Да не совсем свихнулся, с коробкой разговаривает. Спасибо. Я таких нанотехнологий первый раз в жизни. Маша, жесть. А ты знал, что в коробку надо заказывать? Подожди, а у нас Череповца во что заказывать? В лицо. В лицо? Путешествия не закончились. Мы решили съездить в Мегу. Отгадайте, зачем? За тональником. А еще в Ашан заедем, ну, он там же, за вкусняхами. Свой насыщенный день. Незабываемо, я купила тональник, но это что такое сейчас тут отлепилось. Блин, вы понимаете, он без дозатора. Почему никто об этом не предупреждал? Что вообще за бред, я не понимаю. И как этим пользоваться, извините. Короче, вот этот тональник мечты, он светлый, он классный, но он почему-то пипец жидкий, это первое. В магазине, в котором я тестил, он был... абсолютно плотненьким, не жидким, а тут прям вода. Я, конечно, его так поделала, но там все равно жидкость. А второе, в смысле, как пользоваться без дозатора? Какая-то хрень, блин. Это на сайте докупать через опцию. Ну, хотя бы... Он обошелся мне в 1700 рублей, а стоил 3500 без скидки. Вот, это... А, что это такое? Light One. Сайберия. Ну ладно, все равно он очень крутой. Буду на руку капать и краситься. Вот такой у нас набор получился. Позвонила сестра, попросила привезти кое-какие вещи завтра. И поэтому мы сейчас чуть-чуть подкупим их еще в аптеке, скорее всего. И поедем домой. Так что все, наконец-то этот день закончен. Да? Лайки приветствуются. И подписка. Если будут вопросы, пишите в личку Ярику. Ярику, да.
Всем пока! Спасибо за просмотр!